Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявили в Нижегородской области. Об этом сообщил региональный министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Инстаграм. По его словам, заболевшая 28-летняя девушка. Ее состояние средней степени тяжести. Заболевание сопровождается пневмонией и поражением легких в 25%. Известно, что пациентка не была вакцинирована. Она сейчас проходит лечение в одном из ковидных стационаров Нижнего Новгорода. Вероятнее всего, заражение произошло не на территории Нижегородской области, отметил министр.